неделе в Самарской области пасмурно и дождливо. Днем плюс 13, плюс 16, ночью плюс 5, плюс 7. Ветер южный, юго-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 7, ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурно и дождь. Температура воздуха днем плюс 13, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо, возможен дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 7. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.